там же сесть, кажется, что мне раскрасит еще. Кажется, кому прозрачно, что мне захочется. Потому что пока это все изучать надо, может быть, как-то закрыть деревом, чтобы не внедряться в эту перспективу, потому что целый урок другая перспектива рассказывается. И здесь крыша выходит, такое ощущение, что вы на балконе сам, на высоком этаже. Поэтому точка зрения здесь надо выбрать право, чтобы у вас линия горизонта, потому, допустим, вот здесь, да, вот здесь небо, поэтому все линии, они пойдут вот сюда, на линию горизонта. Может, вот так. Или вот так, где это, как все здесь, да? Когда и отсюда тоже вот сюда пойдут. Там все это высота дома. Я гору тут как-то нарисовала. Она потому что как-то, по-моему, не очень так уж. Ну, пусть горы хорошо, с годами. Я думаю, сейчас надо деревья сделать. Лис очень красивый, молодец. Я эту фигурку в этом сфере, я бы его тоже... Я вот возле себя, просто пока что вот эту часть нарисовала. И потом, когда ты начнешь краской... А тоже черными раскрашивать эту осень? Нет, это надо красками. Золотую осень. Получается, это коричневое, это золотое, какое-то у нас. Олень коричневый. Да, коричневый. Можно здесь еще деревья? Еще придумать. Вот, ну, еще, чтобы не было пусто, вот здесь. Вот, и тут вот в этой стороне вот такое там. Может, мне какие-то листочки там сделаешь, да? Может, кубики будут. Поля не рисовать карандашом, а потом сразу вот этим цветом начать? Ну, можно, но все равно на переднем плане надо. Или какие-то кустарники там есть? Ну, там только горы такие очень зеленые. Ну, так, деревья есть, нет, деревья есть. На переднем плане нет, там только вообще деревьев нет. Где-то мост через реку, но он не вмещается в кадр. Вот здесь будут деревья у нас. Вообще там есть деревья в Болгарии? Нет, в Болгарии вообще есть. Есть, деревья. Там много но деревьев. Но это я же рисую. Где горы, там основной город. Ну, смотри, чтобы не было пустовато. Но и лошадь в поле. А вот лошадку сделаю. Но я не умею рисовать лошадь. А вот тут где-то у меня на картине была лошадь. Я видела картины, там была лошадь. Лошадку я могу себе украсить. Сейчас. Но она у меня всегда как собака. Вот деревья надо или у художника того посмотреть. На переднем плане, мне кажется, даже если нет деревьев, все равно надо придумать, держится. А ты что сделаешь? Иначе у тебя пусто будет, Паша. Самая высокая гора, это, мне кажется, вот это. Я здесь делала вот так вот, и вот тут будет снег лежать. Снег, ага. Где-то видела фотографию. Где лошадка? Лошадка? Ну, пусть будет здесь вот, вот гулять. Ну, только чтобы она не уходила из картины, вот где-то здесь, да? Ну, она вот должна быть больше. Смотри, почему? Она на переднем плане, ее можно даже. Я смотрю, вот она. Мне кажется, будет лучше не рисовать сначала карандашом поле, а вот сразу уже начать красками. Просто если я нарисую так, ну как вот? Вот смотри, может быть, она тогда планы какие-то. Чтобы не было пусто. Там, знаешь, там. Потом крылечко обыграет. Вот лошадки, вот такие стоят. Колоски. Смотрите. Вот сделай. Вот лошадки стоят. С колосками это тоже будет интересно. Ну, а тоже типа. Вот, смотри, какие лошадки прекрасные. Похоже на правильно. Они ну, там такие же, везде одинаковые. Ты можешь рисовать? Ой, а ты будешь что, да? Ну, мне уже нарисовать. А, ну тогда можно сделать.
И как мне потом красками вот это вот? Ну, какие-то более желтые. Какие-то более светлые. Они у меня все погоды. Такое и желтое, мне кажется. Ну, дом тогда. Это одна из самых больших проблем, когда сверху, масштабирование банана. Я возвращаюсь, что они на себе погоду покупают. Это а-ля корова, торт, сеновал. Нет, это такое вот направление. Вот это река вообще, понятно, что это река? Да-да-да, я прям сразу хотела слышать, что это река. Мост, дорога. Нет, очень интересно рассматривать вашу картину. Здесь все, и собаки, и вот это вот, знаете, и все, что вся в жизнь деревне, что в деревне, вот все там, и коровы, детям было интересно, конечно. И там в поле едет что-то, трактора, наверное. Нет, поезд. А, это поезд. Ну да, уборочная сейчас идет, убирает там лет, еще что-то. Вот это, получается, туннель, как он идет через город. И вот отсюда я как бы выходит. Есть же такие уборочные, знаете, картины? Они тоже очень ценятся. Я думаю, что можно ценить. Здесь вообще самый помог, тоже сверху там заставится. Или самый помог, чтобы это не было. Ну, сравнивается небо с речкой, речка будет пожарче. Я только одно не понимаю. А мне горы рисовать каким цветом? Или смешанные? Они покрыты зеленью, да? Вот это значит брать? Или вообще зелень? Вообще зелень, она чем дальше, тем холоднее тут. А как сделать? А как сделать зеленое, но ближе к зеленому? Нет. Небо однозначно. Где мой карандаш? У меня? Ой, нет, у меня нога. Ой, что я свой год я тут лежал себе нарисовала. Это белый, да? Может, снег. Так, вот не закрашиваю, да? Ну, потом скажу, пока белый вы выкрываете. А вот город, а получается, они прямо сочные зеленые. Тогда мне вообще с бибиля сделать, чтобы они там вдалеке сидели. Вообще зелень, это сложно, но все-таки рисуете. Поэтому давай. Не мешать краски, с погодами, с тёплыми, с бибиками. Потом есть такой понизу, мы наблюдали. То есть, чем дальше у нас предметы, ближе к линии горизонта, да, тем они становятся холоднее, чем тёплее. Теплее это тёплая, смотри, тёплая картина, но холодная картина. Тёплая, видите, жёлтые окна, коричневые, красные, оранжевые, всё тёплые, серые, холодные. Сейчас у нее посмотрим, если у нее будет очень зеленый. Очень красивый, большой. Красивый. Очень много. Это тоже красивый. Красивый. Флаг нарисовал. А там окно там? И окно с чайником. Замечательно. И вот надо кисточку побольше взять. Ну а я, чтобы разукрасить флажок. Начинаем.
Кисти нужно без встать и посмотреть, хорошо? Кисти. Тут есть вот еще кисточки. Мама сейчас лоритирует вообще-то. Ну, Лиза, конечно. Лиза тоже. Татьяна, она пятилетку за 5 лет. Тут еще есть. Это очень тонкие. Вот, начни вот с этой. Сейчас я... Ну, мне что, флажок растрясся. Вот так? Нет, не делай так. А, сейчас я принесу с этой кисточки. Шедеврально, папа. Шедеврально. Мое. Олени, выйди. Я пока получилось. Как у тебя? Пока. Это же Бенди. Пока еще карандашами. Лиза, мы твою картину повесим. Мы все картины повесим. Обязательно. Выставка. Поможешь мне здесь? Это бог? Я уже могу приступать рассказывать? Не смотри, ты пошел еще тут. Хорошо. Главное не перепутать, где наши, где учителя. Это ваш дом в Болгарии, да? Нет, это вообще другой дом. Наш дом вот там, где внизу вообще нужен. Это цыганский дом, да? Это, ну там как бы цыгане, они зарабатывают на печках, они печки делают. Они мастерят печки, причем из поколения в поколение передают из железа. И хоть и не цыгане, но они образованные. Они стараются, они продают печки не только в Болгарии, и в Сербию, и в Грецию. То есть они не пьяные. Такие, такое у них очень, ну как, ремесло такое востребованное. Работа в Испании. И передающееся из поколения в поколение. Так. Хочу светло коричневый сделать. Что-то кисточку-то забыл. Смейте внимание, открывай белый цвет. Да, сейчас. Что я забыл, что нельзя держать. А все равно, даже если первый белый, нужно белой краской красить? Нет, в живописи белого вообще нет. Надо чуть-чуть смешивать с каким-то оттенком. Значит, или с холодным, или с... Ну, тогда не с белого начну, а с зеленого начну. У них белый, зеленый, красный. Что здесь у нас такое? Кисточки наши. А мне нужно вылетел светлый. У меня на кисточке вся лукоричневая осталась. Почему? Да. Я на балке золотую ножку. Так, сейчас салфетку дайте. Да, там не забыл. Салфетки есть тоже у меня. Есть? Да. А что с чем? У меня кисточка все равно у меня коричневая, лишь уже вода, а кисточка все равно коричневая. Вода, потом... Они же белые сейчас вставают. Или коричневая. Я что, салфетки, да? Ну как салфетки? Как, где же салфетки? Сейчас я принесу. Зайди в клиническую, там увидишь на полу, лежат много салфеток. Бери, все принеси, не одну. Красного нет, что делать? А, есть. Красный, вот, есть.
внизу кисти. Это ваше, ваше. Дай, пожалуйста, одну кисточку. Какую? Вот эту маленькую. Белую? Угу. Вот это. А, вот эту. Я щелец чуть не забыла. Все-таки можно белым-белым сделать, просто так. Белый на белом не будет. Но будет слегка поширенее. Ну, смотри, можно рискнуть. Можно. Ну, можно, да, голубоватый, допустим, добавить. Крышу же я не видел, я же иду, я же не могу. Это если только я голову подниму, я увижу крышу. Ну, то есть все вертикальные линии, они должны быть, в общем-то, вертикальными. Вот столбы, допустим, как рисовать, они будут вертикальными. Даже если они будут удаляться, все равно это все вертикально. То есть осанку все равно будет держать. Даже если падаешь. Там была дорога и некоторые здания. Мама, вообще не может отставать. Она должна впереди всех. Мама, правда все? Показывает свои кемера. Да. Мама, это образец всего. Приди, говори. Хорошо. Вот. А я же крышу не вижу, не видел, как же так сделано. Мама, 19. Посмотри, как все это у тебя и как у меня. Я все уже зеленый, красный, с бузом. Какие вот этот баланс, да? Это серый какой-то, по-моему, цвет. Может быть, это твой вопрос? Чего это? Может быть, еще? Да, наверное. Так, дерево, ветка, да? Это тоже слишком резко, да? Нет, это не быстро. Здесь тоже, скажем, если, допустим... Вот я шупил. Здесь у меня вот заканчивается, по-моему, моя дорога. Может быть, это тоже вот как-то здесь такие деревья? А здесь, допустим, она проходит туда. Она же может быть. Нет, дорога здесь переходила в другую дорогу. Но эту часть я не видел. А как она переходит? Как
еще, может быть, еще. Тоже, может, не скажу. Тоже, что мы не чувствуем, там мы не будем. А вот она сама дорога вот. Пока вот хотя бы так. Впереди я помню, что шли еще несколько человек. Здесь, в Москве, здесь такое умирание часто. Вот туда, вот. Я тут вот как-то флажок уже нарисовал. Флажок достаточно. Большие такие, бери плоскости. О, зелень. Хорошо, вот у каждого свой стиль. Я вот смотрю, у кого-то были декоративные, у кого-то были мягкие. Швабрисные. О, вот спасибо. А тут там дорожка же какая-то золотая. Ты не из такого цвета пойдет делать? Хороший цвет. То есть можно, да? Отлично, сделаем. Ну, тебе надо, смотри, есть, надо в целом закрашивать пятнами, а сверху еще каких-то пятнышек. Да, то есть тебе вот все вот это пятно попробую закрасить вот этим цветом. И вот это нужно вывести. Вот это закрась все этим цветом. Нет, вот где я тебя ввела, вот это этим цветом все закрасить. Вот так, вот да, вот как будто полосочка такая. А то есть полоски золотые, да? Нет, Лиза, вот это все прямо так красиво. Вот это все. Вот а вот закрашено. Да? Только я планирую потолще. А это прям весь это не заказывается, эта часть или просто такие полоски? Мне кажется, снежок нужен. Прям весь закрашиваю. А мне вот кажется, что снег нужен не просто белым, а какой-то слегка серым снег нужно сделать. Закрашиваю. Нет, у меня снег. Маску два не можешь. Мне кажется, что не просто белый, а какой-то сероватый, голубоватый снег нужен. Будет сероватый, голубоватый. Нужно белый смешать с синим, как я понимаю.